Всем привет! В сегодняшнем видео у нас распаковка и мини-обзор новых крутых часиков. Умные смарт-часы от компании Rockbit, модель ROG S. Это просто космические часы в стиле Apple Watch. И если у вас есть девушка, то она будет просто в восторге, когда вы ей подарите эти часики. Смотрите. Сейчас вы обалдеете. Я открываю. Итак, давайте посмотрим, что в комплекте. В комплекте у нас инструкция. Для тех, кто не понимает, можете почитать, но она нам не понадобится. О май гад, посмотрите, какая красота. Здесь у нас зарядочка, стандартная, без кубика, понятно. Сами часы, посмотрите, они позолочены как будто, да? Здесь у нас пленочка. Здесь пленочка. Вообще красота. Давайте мы сольем пленочку. Поверьте мне, ребят, если у вас денег немного, вы хотите подарить Apple Watch, то эти часы отлично подойдут как подарок для вашей второй половинки. Так, здесь пленочки нету, все-таки это мне показалось. Итак, ребята, давайте мы запустим их. Смотрите, здесь у нас одна кнопка. В принципе, и все. Больше никаких кнопок нету. Мы видим размер экрана. Кстати, размер экрана у нас 1,49. Если не ошибаюсь, сейчас я его включу. Вау, они включились. Слева индикатор. Внизу месяц, справа число. Пока что они, конечно, не синхронизированы. И это у нас сердцебиение, видите? Здесь пульсирует, загорается. Итак, что у нас тут еще? Чтобы вы понимали, тут даже есть музыка. Смотрите, чтобы вы понимали, для того, чтобы управлять этими часами полностью, да, нужно подключить его через приложение к вашему телефону. Если вы просто хотите смотреть время, то никаких смартфонов не нужно. Вот так вот можно лазить, настроечки. Итак, вот я бы хотел поменять язык, но, чтобы вы понимали, язык меняете через приложение. Заходим через приложение, скачиваем. Это у нас яркость. Скачиваем. Язык автоматически поменяется. Итак, модель ROG S. Версия прошивки V002241. Эта же кнопка, кстати, и назад возвращает. Найти часы, стоп-вотч. Я что хочу сказать. Действительно, часы очень приятные. Они для девушки годятся вообще идеально. Просто супер, честно. Еще раз, если вы хотите своей девушке подарить что-то, такие часы подарите, она будет просто в восторге. Они реально очень крутые, очень классные. Сейчас я скачаю программу, подключу телефон к часиком, сделаю сопряжение, и мы продолжим. Все, ребят, я подключил телефон к часикам, синхронизировал их. Все делается на самом деле очень просто. Смотрите, вот я даже поменял здесь уже обложечку. Сейчас с правой стороны вы будете видеть, как я работаю с приложением. Как это все делается? Мы просто берем инструкцию, здесь есть штрих-код. На третьей странице. Сканируем штрих-код через смартфон. Попадаем на сайт специальный. Там выбираем, если у вас Apple, то App Store. Если у вас Android, то Play Market. А после этого вас перекидывают на приложение. Вы скачиваете и синхронизируете смартфон. Все делается очень просто и легко. После там же меняете, кстати, язык системы. И другие настроечки. Например, можно отключить, чтобы он пульс не мерил. Или там еще что-то там. Ну и так далее. Очень много разных настроек есть. Все очень просто. Китайцы молодцы. Они сделали так, чтобы каждый, скажем так, человек смог разобраться. Ничего сложного здесь нету. Очень приятные часики. Мне они вообще дико понравились. Видите, все моргает. Мерится у нас пульс. Очень классные часы, отзыв очень хороший, друзья. Зарядочка. Я думаю, вы все знаете, как заряжать. Просто берем вот эти штучки,
на магнитике сюда, другую часть в блок и готово. Часы классные, я очень доволен этими часами. Спасибо компании Rockbet за то, что они мне прислали эти часы. Я действительно их советую к покупке. Наверное, это единственные часы, которые я советую. Нет, были и другие, конечно, но эти вообще классные, конечно. Честно, супер, я доволен. Ну что, всем спасибо за внимание. Кстати, ссылочка на покупку этих часиков будет в описании под видео. На данный момент цена 39,90 за эти часики. В описании ссылочка. Всем спасибо за внимание. Пока.